Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 9 по 16 февраля. Ну что, поехали! За первое и, пожалуй, самое сложное испытание можно получить 100 тысяч кредитов. Для выполнения этого испытания вам понадобится продемонстрировать технику бочка 20 раз. Единственный трамплин, на котором у меня получилось сделать бочку, находится у водопада. Вам нужно хорошенько разогнаться и постараться заехать на трамплин только двумя колесами. Кстати, у меня испытание почему-то зачлось после четвертой бочки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько попыток потребовалось вам. За второе испытание можно получить Porsche Cayenne Turbo, а для его выполнения вам понадобится героический кроссовер. Ну а нужно всего лишь завершить 5 любых гонок. Побеждать не обязательно, достаточно просто проехать. За третье испытание можно получить 35 тысяч опыта, а понадобится вам автомобиль, который вы получили за предыдущее испытание. Ну а все, что вам нужно, это просто завершить любую гонку. Ну и не спешите расходиться, я приготовил для вас специальное четвертое испытание. Видимо, это испытание локализатора забыли перевести, поэтому я расскажу вам, как пройти его. За его выполнение можно получить 3 призовых игры, а понадобится вам автомобиль марки Porsche. Ну а условием будет победить в чемпионате на автомобиле марки Porsche. Лучше всего создать свой, чтобы сэкономить время. Ну а после завершения чемпионата вы увидите знакомую иконку прохождения испытания. Ну а главный приз для меня в этом форзафоне — это Porsche Cayenne Turbo. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый форзафон, который стартует 16 февраля. И поддержи меня лайком, чтобы я находил все ошибки локализаторов. Всем пока и удачи с выполнением заданий!